Вещает свое вещание в пакете «Триколор ТВ». Такое решение принято в связи с оптимизацией бюджета как телекомпании, так и региона в целом. Только в год на трансляцию «Севера» в «Триколор ТВ» тратились десятки миллионов. Паниковать зрителям, впрочем, не стоит. Наш канал по-прежнему остается доступным на кабельном ТВ, в интернете, а также в пакете «НТВ+.» Семья Ардеевых – абонент «Триколор ТВ». Впрочем, последний месяц. Как только Елена и ее близкие узнали о том, что телеканал «Север» с 1 января больше не будет вещать в пакете «Триколор», тут же решили – пора переходить на «НТВ+.» С 1 января мы узнали, что трансляция телеканала «Север» не будет осуществляться на «Триколоре». Мы с семьей посовещались и решили переключиться на НТВ+. Посчитали, посмотрели, так как это выгодно, значит, качество получше. Уйти с «Триколора» наша телекомпания решила в связи с оптимизацией бюджетных средств. В год на трансляцию «Севера» приходилось тратить десятки миллионов. Удовольствие в настоящее время отнюдь не дешевое, а тут еще и претензии появились к спутниковому провайдеру. Сейчас очень большие проблемы с качеством сигнала у «Триколора». То есть очень много зрителей жалуются на высыпание картинки, на какие-то конвертики в углу экрана или просто пропадание сигнала. Подобные комментарии можно прочитать и на различных форумах. Вот, сравнивая «Триколор ТВ» с «НТВ+», пользователи интернета в последнее время все чаще отдают предпочтение последнему. У них и сбоев меньше, а главное, цена лучше. Если полностью менять модуль, то есть если полностью менять приемник, то это будет вот разница «Триколора» – это 8-9 тысяч, и «НТВ+» – это 5 тысяч рублей. Сэкономят пользователи «НТВ+» и на абонентской плате. У «Триколора» она чуть больше, конечно, незначительно, но все же. Что касается количества каналов, то разница здесь практически отсутствует. У «НТВ+» за 89 рублей в месяц доступны будут 163. И даже при отсутствии денег на счете остается возможность смотреть федеральные каналы. «Триколор ТВ» в этом случае полностью отключает услуги. Роман Зимин – владелец магазина, где продают спутниковое телевидение. Самое ходовое – «Триколор ТВ». После Нового года предприниматель ожидает, что в числе лидеров по продажам окажется и НТВ+. Если будет спрос на других операторов, в том числе НТВ, мы готовы обеспечить наличие оборудования в нашем магазине. Дефицита не будет. Дефицита, надеюсь, не будет. Теперь важный момент. Если человек, который сейчас является абонентом «Триколора», решит купить ресивер НТВ+, то приобретать тарелку и настраивать ее на другой спутник уже не придется. Тарелку менять не нужно. Спутник, с которого идет вещание «Триколор», и НТВ тот же самый. Единственное, что ресивер, оборудование приемное, нужно будет другое. Напомню, свое вещание в пакете «Триколор ТВ» телеканал «Север» прекратит с Нового года. Альтернатива огромная. Это и кабельное ТВ, НТВ+, и, конечно же, интернет. Полный список того, где нас можно увидеть и услышать, выложен на официальном сайте телеканала «Север». Олег Танзейский, Роман Делимарский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».